После выхода нашего сюжета о протекающей крыше 24-го дома по улице Луговой в эфир, на проблему жителей поселка Дачный обратили внимание не только городские власти, но и область. Так, сюжет ДИМ-ТВ был рассмотрен на селекторном совещании с участием губернатора Ульяновской области. Александр Владимирович, и что делать-то будем? В августе обещали. Прошел сентябрь, пришел октябрь, уже на ноябрь на дворе. И что? Напомним, что 2 недели назад во время ремонта крыши дома была оставлена открытой кровля, что в проливной дождь и стало причиной глобального потопа. Специалисты комитета жилищно-коммунального комплекса подрядчика предупреждали о том, что недопустимо оставлять на выходные дни раскрытую кровлю. Однако они нашим предупреждением не вняли, что называется. Сегодня ущерб жителям 6 квартир 2-го подъезда полностью описан. Ущерб, нанесенный квартирам 2-го подъезда дома по Луговой, действительно масштабен. В некоторых квартирах попросту невозможно жить. По составленным актам жителям полагается финансовая компенсация, но все это решается в судебном порядке. Для того, чтобы жители смогли привести квартиры в порядок, не дожидаясь судебных решений, губернатор распорядился оказать димитровградцам материальную помощь. Мы должны помочь, чтобы они быстро привели свое жилище в порядок, чтобы они свое здоровье не гробили, тем более не гробили здоровье ребятишек. А вот эти юридические последствия мы им просто подскажем, как правильно сделать. Для того, чтобы понять, какая сумма необходима для оказания помощи пострадавшим, губернатор дал распоряжение о выездной комиссии областных министерств с тем, чтобы на месте увидеть и оценить масштабы ущерба пострадавшим квартирам. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.